Завершились работы по благоустройству мемориала «Память» при выезде из города в сторону деревни Афонина. Работы были проведены в рамках федеральной программы «Увековечение памяти павших при защите Отечества» на 2019-2024 годы. Ремонтные работы по целевой федеральной программе выполнила организация «Кузнечный двор». Обустроили территорию вокруг захоронения, обновили надпись на памятнике, установили скамейки и оформили клумбы. Реализация данного проекта – это дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. Мемориал памяти – это достаточно сакральное место для буевлян, то есть это кладбище, где в свое время, в годы Великой Отечественной войны, производились захоронения умерших в госпиталях, и, конечно, восстановить это место, ну, дело чести администрации, общественности. Вот, мемориал рождался силами общественности, в общем-то, так скажем, хозспособом, помогали и мы своими усилиями, но вот сейчас за счет федеральной программы увековечения памяти павших в Великой Отечественной войне были выделены средства, вот, за счет которого мы постарались, чтобы этот мемориал приобрел уже законченный качественный вид. То есть было выполнено мощение плиткой, новые скамейки установлены, были спилены деревья, восстановлены буквы на мемориале. То есть все память павших, она восстановлена и уже сияет обновленным золотом. Вот, хочу сказать огромное спасибо подрядчику «Кузнечный двор», которые проводили работы на мемориале, в общем-то, выполнили все с достаточным качеством, в общем-то, и в те сроки, которые необходимы. Есть определенные моменты, которые не входили в площадь благоустройства, обязательно мы это сделаем, это уже за рамками контракта, силами своих коммунальных дорожных служб мы обязательно это дело сделаем. У нас несколько таких мест, где захоронены умершие от ранений Великой Отечественной войны. Памятники были установлены давно, они со временем ветшают, и мы очень рады, что этим вопросом занимаются и приводят в порядок эти места. Большая благодарность ученикам и учителям 9-й школы, которые содержат в порядке, ухаживают за этим местом. Это святое место для горожан, потому что здесь захоронены бойцы, которые лежали в буйских госпиталях, и от ран они здесь умерли. И еще снимали с санитарных поездов для того, чтобы сохранить память и передать на века нашим детям, нашим внукам. Вот здесь сделали такой памятник. Мы здесь проводим и встречи с ветеранами и чтим память тех, кто погиб. Сюда могут приезжать и приезжают родственники, которых мы здесь нашли. И они нам благодарны, потому что они могут приехать и поклониться своему близкому человеку, который здесь похоронен. Хочу сказать слова благодарности и ученикам 9-й школы, Любовь Александровне, это ее заслуга в том, что дети здесь постоянно. И благодарю, что администрация города, значит, вышла на какой-то на такой контракт, что мы могли вот обновить вот этот мемориал. И благодарю, кто открывал. Это Петр Николаевич Новиков и Ладухин Анатолий Георгиевич. Это их заслуга, их личная заслуга, их работника, потому что они все время оказывали нам огромную помощь. Благодаря им появился этот памятник.